И сейчас вновь возвращаемся в Санкт-Петербург. Сотрудники ФСБ проводят операцию по задержанию участников незаконных вооруженных формирований. Она проходит в Кировском районе города, в доме 92 по Ленинскому проспекту. По предварительным данным, там были обнаружены несколько человек, которые находятся в федеральном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях. По словам очевидцев, около 12 часов в квартире на 10 этаже были слышны взрывы. Взрывной волной выбило несколько стекол. РИА Новости сообщает о первых пострадавших. Одного человека вынесли из дома на насилие. Его увезли в больницу без сопровождения полиции. По всей видимости, это не был один из преступников. Двор дома сейчас частично оцеплен бойцами СОБРа. Они держат жильцов и журналистов на расстоянии около 60 метров от здания. Слышал примерно полчаса назад только мощные взрывы. Сперва 2-3, а потом серию отдельных хлопков, похожих на выстрелы. Мой дом находится напротив, как раз с 10 этажа. Я имел возможность все это слышать и потом наблюдать, как произошло оцепление. Довольно грамотно сработали здесь сотрудники. Все оцепили, посторонних не пускали.